Всем привет! В эфире программа «Неделя КХЛ». Лучшие матчи девятой недели континентальной хоккейной лиги вашему вниманию. И мы для начала отправляемся в Ледовый дворец в Санкт-Петербург, где СКА принимал в третий раз в этом сезоне ярославский «Локомотив». Команды обменялись победами, причем эти обе игры завершились в Ярославле. 3-2 и 1-3. Кстати, «Локомотив» нанес первое поражение в СКА и пока единственное в основное время в этом сезоне. Но СКА открывает счет матча уже на третьей минуте усилиями Марата Хайруллина. 13-я шайба Марата после передачи Дамира Джафярова. Но Максим Березкин на 12-й минуте своим точным броском ответил. Счет стал равным 1-1. Именно с таким счетом команды ушли на первый перерыв. В середине второго игрового отрезка Игорь Ажиганов застает врасплох голкипера «Локомотива» Исаева. Очень неприятный бросок, но в то же время бросок, как мне кажется, берущийся. Однако голкипер «Локомотива» зевнул и пропустил. И еще одна шайба от защитника СКА. На этот раз Никита Камалов застает врасплох голкипера ярославской команды и делает счет 3-1. В начале третьего периода «Локомотиву» удается вернуться в этот матч усилиями Павла Красковского. Хорошая работа перед воротами СКА, и он переправляет шайбу в ворота после броска Рушана Рафикова. Было реализовано большинство. На 45-й минуте удается отличиться защитнику ярославского «Локомотива». Андрей Сергеев мощно бросает касание из дальнего пятака после очень удобной передачи Шалунова и восстанавливает равенство. Ну а вот он, ключевой момент этой игры, 55-я минута. Незадолго до этого судьи не зафиксировали нарушение Дмитрия Яшкина. И спустя немного времени Яшкин забивает победную шайбу. Обокрал Павла Красковского за его воротами. И в итоге, посмотрите, Красковский пытался пробросить шайбу мимо Марата Хуснутдинова. Сделать этого не смог. Яшкин разворачивается и точно мимо вратаря бросает, забивая четвертую шайбу в ворота «Локомотива». Яшкин, Воробьев и Хуснутдинов продлевает свою результативную серию, ну а СКА одерживает 20-ю победу в этом сезоне. Московский «Спартак» завершал свое турне встречи в Новосибирске. Два матча на Дальнем Востоке красно-белые выиграли. И всегда очень непросто проводить третью встречу после вот этого дальневосточного турне. Начинается все очень неплохо для Сибири. Никита Коротков впервые отличается в этом сезоне. И на третьей минуте сибиряки выходят вперед. Да, здорово сыграл на подправление после броска Вячеслава Основина, но «Спартак» отвечает, причем отвечает дуплетом. Сначала Андрей Локтионов свою четвертую шайбу забивает после передачи Романа Старченко. Это произошло на 12-й минуте, а спустя еще 4 минуты Филипп Вороне продлевает свою результативную серию до 4 игр, забивая на этом отрезке свою третью шайбу и пятую в этом сезоне. 2-1. Действительно, в каждом из матчей на этом выезде Вороне забивал. На 30-й минуте Сибирь отыгрывается. Забывают Владимира Бутузова на пятачке. Прекрасная передача и классный бросок практически с усов без подготовки. Никита Коротков спустя буквально 2 минуты выводит Сибирь вперед и оформляет дубль. Причем отличается в меньшинстве. Тачдаун Никита Коротков занес. 3-2. Действительно, на 32-й минуте Сибирь повела. И уже в третьем периоде «Спартаку» пришлось отыгрываться. Сделать это удалось. Филипп Вороне забивает. Александр Ковалачев становится автором результативной передачи. Ну и концовка этой встречи. Новосибирцы поджали «Спартак». И, возможно, как раз-таки концентрации и свежести не хватило команде Бориса Миронова для того, чтобы и этот матч затащить в овертайм. Никита Седиков забрасывает третью шайбу в сезоне и устанавливает окончательный счет в этой встрече. 4-3. Победа Сибири. Поражение от автомобилиста стало роковым для Андрея Назарова. И на матч против «Трактора» сочинцев выводил Сергей Светлов на позиции главного тренера. И посмотрите, как сочинцы начинают эту игру. Дмитрий Завгородний уже на 4-й минуте после передачи Никиты Точицкого забивает свою четвертую шайбу в этом сезоне. Сочи последний раз вообще побеждал «Трактор» у себя дома в 2016 году. Но челябинцы опять на 10-й минуте смогли ответить своим точным броском. И отличается Максим Шабанов. Давай отметим и вратарскую дуэль. Мельничук присоединился к новой команде, к «Трактору», и сыграл против своего бывшего клуба. Но сыграл, прямо скажем, неудачно. Ну и также Михаил Бердин появился в воротах сочинцев. Дебютант южной команды тоже провел не лучший матч. Алексей Бывальцев на 11-й минуте сделал счет 2-1. Но сочинцам удалось отыграться уже на 17-й минуте. Никита Феоктистов после передачи Никиты Попугаева
во второй раз в этом матче пробивает Мельничука. На последней секунде первого периода сочинцы во второй раз в этой игре выходят вперед. Данила Галенюк отличается после передачи Тиграна Ярулина. И на второй период в воротах у «Трактора» появляется Илья Проскуряков, который, к слову, не пропускал больше, а забивали только челябинцы. На 23-й минуте Тему Пулкинин, 8-й гол в этом сезоне, забивает после передачи Сергея Телегина. Ну и развязка этой встречи. 51-я минута. Сергей Шумаков за воротами. Вроде бы два соперника против него. Непонятно, что он делал. Просто выгружал шайбу на пятак. Наверное, в расчете на удачу. И посмотрите, несколько рикошетов, и шайба по какой-то невероятной траектории оказывается в воротах. Победу «Трактора» 4-3. И 8-е поражение подряд в Сочи. Череповецкая «Северсталь» угодила в очень непростое положение. Несколько поражений подряд потерпела команда Андрея Разина. И матч с «Амуром» в Хабаровске не стал исключением. Хотя начинался он для «Сталеваров» очень неплохо. На 13-й минуте Игорь Гераськин выводит «Северсталь» вперед. Но при этом стоит отметить, что у «Амура» три арендованных игрока, и все трое приносят колоссальную пользу. В частности, Никита Гребенкин свое третье очко в этом сезоне набирает и забрасывает свою первую шайбу в континентальной хоккейной лиге на последней минуте первого периода. В начале второго игрового отрезка череповчанам удается снова выйти вперед. Рабочий гол забивает Адам Лишко. Как и для Гераськина, для него эта шайба становится пятой в сезоне. Ответ не заставил себя долго ждать, и уже через 30 секунд быстрая контратака хабаровчан заканчивается заброшенной шайбой после передачи Михала Йордана и Сергея Лапина. Павел Махановский в третий раз в этом сезоне отличается. 2-2. Пришло время «Амура» забивать, и вот такая курьезная шайба, которая во многом становится ключевой в этой встрече. Бросок из неочевидной позиции в исполнении Вячеслава Грецкого, и шайба заползает в ворот. Егор Маклазян набрал свое первое очко в континентальной хоккейной лиге, а Дмитрий Шугаев после этого гола отправился на скамейку запасных. Но и замена вратаря не помогла Андрею Разину. Ярослав Лихачев уже в третьем периоде на второй минуте после передачи Глеба Корягина забивает свой 8-й гол в этом сезоне. Какой же бросок у ярославского воспитанника. Ну и еще один арендованный игрок «Амура» Сергей Дубакин в концовке в большинстве классно бросает и пробивает. В очередной раз под Япольского 5-2. Очень важная и нужная победа «Амура». Южноуральское дерби. «Металлург» против челябинского «Трактора». В этом сезоне «Магнитка» уже обыгрывала «Трактор» со счетом 5-2. И давайте с вами посмотрим. «Магнитка» в целом была на ходу три матча подряд. Магнитогорцы выигрывали, забивали много, но в этой встрече первая шайба осталась за челябинцами. Антон Бурдасов 10-й раз в этом сезоне отличается после передачи Сергея Калинина. Магнитогорцы очень мощно начали эту встречу, и гол «Трактора» не вытекал из логики происходящего на льду. Первый же опасный момент завершился взятием ворот, но команда Амелии Воробьева достаточно быстро сумела отыграться. Егор Яковлев не без помощи рикошета восстанавливает паритет, ну а потом мы смотрим за большинством «Металлурга», которое удается реализовать. Николай Голдобин откликается на передачу Карпова и отлично бросает в касание. 2-1, «Магнитка» уже впереди. Григорий Дронов совсем недавно подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» и уже забивает. Классно отыгрался с Максимом Карповым, открылся на пятаке и в касание замкнул передачу. На 32-й минуте «Магнитка» развивает свое преимущество до двух шайб. Вообще, второй период в этом матче, как и, собственно, в первой очной встрече между этими командами, оказался определяющим. Если в первой очной встрече «Магнитка» выиграла второй отрезок со счетом 3-0, то в этой встрече две безответные шайбы магнитогорцы забили. Николай Голдобин забивает гол-близнец. Снова шикарные передачи Карпова, снова прекрасный бросок касания. И уже 4-1 у Карпова ассистентский хет-трик. Но стоит отметить и челябинский «Трактор». Если в первом матче вернуться в игру челябинцам не удалось, то здесь челябинцы навязали настоящую борьбу «Металлургу». Алексей Бывальцев, 7-я шайба в этом сезоне на 49-й минуте, проткнул, буквально проткнул Эдварда Паскуали в этой ситуации, а затем было реализовано большинство. На 54-й минуте отличается Сергей Калинин в пятый раз в этом сезоне. Но не удалось челябинцам отыграться, поменяли вратаря на 6-го полевого, таким образом «Магнитка» снова оказалась сильнее. Из Хабаровска команда Андрея Разина отправилась в Новосибирск, где закрывала свое выездное турне. И этот матч для Сибири был непростым. В этот день новосибирский хоккей
отмечал 60-летие, 60 лет со дня основания Сибири. И в этот день команда Андрея Мартемьянова ни в коем случае не хотела уступать. Владимир Бутузов на 12-й минуте забивает в большинстве. Дальше Тейлор Бэк продлевает свою результативную серию до 9 игр. И на этом отрезке он набрал 10 очков, 3 шайбы, 7 передач. На 28-й минуте в большинстве после передачи Седдикова отличается канадский нападающий Сибири. Дело в том, что Бэк забил, когда у Северстали был отложенный штраф. И Северсталь после того, как пропустила, продолжила играть в меньшинстве. И Тейлор Бэк уже в следующей смене, менее чем через минуту, оформляет дубль. Причем посмотрите, как он забивает. Бросок примерно из той же позиции, туда же в ближний угол. На этот раз поточнее рикошетом от штанги шайба залетает в ворота. И к 29-й минуте у Сибири 3 шайбы, и все они были забиты в большинстве. Как же хорош Никита Коротков в этом сезоне. 4-й гол забивает, шикарно прибавил ногами. Проехал между двух защитников Северстали. И после передачи Вячеслава Основина на 38-й минуте доводит преимущество в счете до 4 шайб. На 51-й минуте Северсталь играет в большинстве. Разин меняет вратаря на 6-го полевого, но на этот раз этот ход не работает. Череповчане пропускают. Правда, в этом же большинстве удается череповчанам забить. Егор Морозов пробивает таки Дениса Костина, но это не помогает Северстали. 1-5 очередное поражение череповчан. Заключительный матч нашего обзора прошел в Москве в Мегаспорте, где в гости к «Спартаку» приехал петербургский «СКА». Изумительный триллер получился, хотя, казалось бы, фаворит в этой игре был понятен. И все началось с гола Марата Хайруллина. На 11-й минуте замкнул он передачу из-за ворот Дамира Жафярова. Для Жафярова 16-я передача, для Хайруллина 14-я шайба. Спартаковцы на 13-й минуте отвечают своей быстрой атакой сходу, и Данил Квартальнов пробивает. Голкипера петербургского СКА. Очень хороший момент, и очень быстро руками на коротке Квартальнов разбирается с голкипером. До первого перерыва мы с вами еще 2 гола увидели, и обе шайбы оказались в воротах Алексея Красикова. Классно работает перед воротами Дмитрий Яшкин. После передачи Марата Хуснутдинова забивает свой 13-й гол в этом сезоне. Капитан петербургской команды. А спустя минуту с небольшим Александр Никишин в 4-й раз в этом сезоне отличается. И тут подогревается момент. Никишин же, видите, перешел из «Спартака» в «СКА» в обмен на сразу 9 игроков. Но здесь, конечно, без вариантов для Алексея Красикова. Никишин с кистей бросает и забивает. Начало второго игрового отрезка, первая смена в этом периоде Матвея Заседы, и она оказывается весьма продуктивной. Отлично, спартаковцы доработали момент на чужом пятачке, и Заседа отличается уже в 6-й раз в этом сезоне, хотя начинал он сезон в воскресенском «Химике». Ну а Филипп Воронов, в свою очередь, продлил результативную серию до 5 матчей. Дальше с вами смотрим. Удалось армейцам вернуть себе преимущество в 2 шайбы. Быстрая контратака, и забивает никто иной, как Михаил Пашнин, который наконец-таки восстановился от травмы после передачи Марата Хайруллина. Свой первый гол в этом сезоне забивает 33-й номер СКА. Снова Матвей Заседа. И снова он в центре внимания, убегает от Фальковского и разбирается с голкипером в очной дуэли. 7-я шайба Заседы в этом сезоне. А спустя еще 2 минуты красно-белым удается счет в матче сравнять. Илья Талалуев бросает с центра зоны, и Дмитрий Николаев среагировать на бросок не смог. На второй перерыв команды ушли при счете 4-4, а в воротах СКА на третий период появился Александр Самонов, который не пропустил. А 5-ю шайбу на 6-й минуте забивает Дамир Жафяров. Опять очень быстрая комбинация. Хайруллин бросал с отрицательного угла, Красиков отбил шайбу перед собой, ну и накатившись на ворота Дамир Жафяров добивает-таки шайбу ворота, опередив Александра Брынцева в этой ситуации. Евгений Кетов не всегда появляется в основном составе СКА в этом сезоне, но в этой встрече он сумел отметиться в протоколе. С его первым броском справляется Красиков, а второй оказывается неберущимся. Классная передача Зыкова, и Евгений Кетов устанавливает окончательный счет в этой встрече. 6-4 победы СКА. Вот такой получилась 9-я неделя континентальной хоккейной лиги. Кирилл Корнилов и Артем Башко для вас провели этот обзор.